Сегодня мы для вас постарались организовать праздник. И у нас здесь сегодня будет настоящая сказка. Новогодняя елка главы сельского поселения Развилковская удалась на славу. Детский спектакль предваряла игровая программа, в которой ребята исполнили песни и провели утреннюю зарядку. И вот состоялось первое чудо. Дети вместе с персонажами из мультфильмов с большим желанием поучаствовали в разминке. В обычные дни дети делают это с неохотой, но когда к ним в гости приходит сказка, даже зарядка становится им в радость. По мнению главы поселка Развилка Марины Комардиной, новогодний утренник – еще один повод для детей и их родителей поверить в чудеса. Несмотря на возраст, наверное, и мы взрослые, и, конечно, дети ждут чудес. И, наверное, возможность взрослых эти чудеса сделать реальными зависит от нас. Спектакль рассказал детям о дружбе, взаимопомощи, добре и зле. Герои попали в современные реалии, в которых они пытались научить уму-разуму своего нового космического товарища. Они узнали, что все сегодняшние открытия пришли из сказок и с помощью волшебства Бабы-Яги постарались выручить товарища. 8-летнему Андрею понравился новогодний утренник и запомнился один из главных героев. Сказка очень крутая, но она крута тем, что там была в самом начале развлекательная игра. Ну и все, в принципе, круто. И в конце еще мешок подарков. Взрослые остались довольны счастливыми лицами своих детей, а также увидели в сказке важный посыл, о котором не стоит забывать ни детям, ни их родителям. А вот эта вот сказка именно учит тому, что дружба должна побеждать. Все здорово, нам очень понравилось, чтобы каждый год так было. Праздничное мероприятие закончилось, но впереди еще много новогодних чудес, подарков и ярких впечатлений. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.